Семья Плотниковых, будущие жильцы дома номер 16А по улице Лисина, своему предстоящему переезду очень рады. Говорят, что это идеальное место для жизни с двумя детьми. И садик здесь рядом, и школа, и район нам очень нравится. И дом сам оказался очень красивым, мы даже не ожидали, что дом будет такой классный. Яркий такой, необычный. Пахнет вкусно, стены красивые, дом сам по себе. Он сразу выделяется на фоне вот обычных домов, все выделяется. Колясочную оценили? Нет, еще. Мы только зашли. Вам классно! Большая. Да. Кронверк, застройщик с многолетним стажем, всегда вкладывается в инфраструктуру. Так случилось и в жилищном комплексе «Лето» в поселке Солнечный. Современный трехподъездный дом переменной этажности – это уникальный проект от компании, которая всегда старается удивить своих будущих жильцов. На этот раз это яркий фасад и витражное остекление. А еще… Также еще это, наверное, наш первый дом, где у нас будут входные стеклянные группы. То есть вход в подъезд будет полностью, дверь будет стеклянная. Это и красиво, и видно, кто входит и выходит в подъезд. А сквозные подъезды позволяют пройти во двор, где можно погулять и поиграть на необычной детской площадке. Мы, наверное, с каждым новым проектом изощряемся и думаем, а что можно же придумать еще, сделать еще интереснее. Здесь мы ушли, если вы заметите, от ярких красок, то есть при ярких фасадах дома. Здесь все-таки присутствует больше дерева, больше таких спокойных тонов. Эту площадку мы разрабатывали вместе с детскими психологами, поэтому здесь есть большая песочная зона, где стоит экскаватор и умные развивающие игрушки. Также пергола с качелями, большой комплекс, батут. В каждом подъезде есть колясочная, велосипедная и туалет общего пользования, а также 3 скоростных лифта. Улучшенная звукоизоляция во всех квартирах стала возможной благодаря новым утолщенным стенам. Очень приятно, что этот дом также комфортен для проживания жителей, которые относятся к маломобильным группам. И у нас есть ряд клиентов таких. И умная домофония от Дом.ру, она облегчает им жизнь. И безбарьерный въезд, то есть вход земли в подъезды. Один из крупнейших застройщиков группы компании «Кронверк» планировал ЖК-лето как семейный микрорайон. Поэтому основные принципы строительства, которые закладывались еще на этапе проектирования, это комфорт и безопасность для проживания семей с детьми. «Кронверк» и в будущем планирует строить дома переменной этажности.